кастить FIFA International World Cup онлайн игру. Мою первую, в общем-то. За Реал. Тут у всех 85 скилл. В общем, не знаю, лагать может будет. Если будет, то извините, проиграю тогда. Я не знаю, посмотрим. На следующих видео, если будет лагать, уменьшу quality, качество видео. Поищем игру. Вообще, пока что новая штука для меня. Интересно будет поиграть. Задротская штука. Очень задротская. Офигеть, как снимает. А вот и матч. Реал Стоук. Ух, Бейл, хорош. Капец, физика вообще другая, нежели один играешь без компа. Вообще странная физика. Интересно, интересно. Что-то упал. А, что за пас, отстой. We might get an update on that injury now from our man Jeff Shreves. Jeff. Real concern for the Brents now because it looks like he landed with his elbow underneath his body and that's causing him some serious pain at the moment. Shreves just keeping us right up to date there. Да, игра, конечно, тут сильно не покатаешь, чисто для задротов туда-сюда тыкаться. Не очень весело. В карьере, например, веселее гораздо. Блин, за то, что по этой штуке можно, короче, на Кубок мира квалифицироваться. Прикиньте. Типа участвуют там. В различных, с крутыми чувачками. Но это нереально, надо задрачиваться, чтоб выйти на Кубок мира. Надо что ли 90 игр в месяц сыграть. 3 месяца. Каждые 3 месяца... Нихрена себе, меня раскатали. Тот задрот. Ну ладно. Не отчаиваемся. Чувак играет так себе, давайте будем честны. Но физика капец непривычная. Офсайд, да. Блин, забавно. Прикольная штука. Бля, вот это я неудачно кнопку нажал. Он, короче, финтит хорошо, я так понял. По идее, это не должно быть страшно для меня. Надо в защитке как бы играть нормально и все. У меня какой-то первый дивизион, тут типа игроки делятся. Поэтому я играю вообще с полной букой. Который меня дерет. В общем, этот месяц в октябре чисто потыкаемся, потренимся. В онлайне, наверное. Но это не было пенальти. Полная херня. Хорош. Идеально в руки.
promising there in that wide area, but the defender's done well. And Ronaldo. Давай, Рональдо. Пошел Бейл. Пенальти. Да, конечно, что-то физика вообще другая. Они такие медлительные, эти чуваки. Но за то, что лагов нет. Это прикольно. Это очень прикольно. Так, вниз пошел. Сейчас будет навес. Нет? Хороший удар. Тут, короче, любая команда одинакового скилла. Это вообще забавно. Ну, отбор хорош. Ничего не скажешь. Блин, он постоянно этот финт делает. Капец, бред. Ну зачем свистеть мой мяч? Вообще бредер. Полный бредер. Так глупо на самом деле. Ну давай. Хороший сейф. Ну ладно. Блин, может за Зенит поиграть? Даже не знаю. Чё-то Криштиану расстроен. Ну давай, давай. Чувачок не хочет это. Заставку пропускать. Один удар. Эй, стыд. Можно в атаку немножко пойти. И в прессинг. Короче, булка меня дерет. Булка меня дерет. Бля. Тут я запалился. Ну вообще позор. Да, конечно, к этой физике надо привыкнуть, блин. Вообще отличается. От карьеры там или от обычного матча. Ну, это хороший удар. Да. Блять, что? Ну, отнял мяч у меня. Молодец. Да, ну, конечно, шорстолк 85 оверолл, это вообще забавно. Блин, прикольно, прикольно. Позадрачиваться можно будет в следующем месяце.
Ну и постримить заодно. Что это за прикол? Пипец, да-да, стой, пасы. Да, Марсало. Фуф. 3-0. Разобрали Реал Мадрид. Ну, камон. Ну, с лету хорошо ударил. Короче, тут надо финтить, я так полагаю. Либо, если ты не финтишь, то... Что делать? Если ты не финтишь, то... Надо хорошо в защите играть. Ну, этого чувака вообще в порядке. Он, конечно, булка, но эта булка круче, чем я булка. Блин, интересно, а он играет за них из-за того, что у Крауча тоже 85? Он, типа, крутой, но при этом высокий? Вот это интересный момент. Ну да, блин, чё. Даже гол не забить. Позор. В защите просто уничтожают. Ну ничего, привыкну к этой фигне. Я думаю, за месяцок. Финтить надо. Ну вот так в защите, конечно, нельзя играть. На этом, на замахе вообще постоянно обводит. Ну вообще запарил свистеть. Тут я дебил. Блин, прикол в том, что, конечно, в онлайне, видимо, если ты не бегаешь, как угорелый, то ни хрена у тебя не получится. А моя, блин, техника — это играть медленно, но придется, видимо, задрачиваться бегать. Ну, неплохой удар. Ну, ладно. Первое поражение, первая онлайн-игра. 3-0. Сыграем еще одну. Быстренько. О, позор, позор. Давай. Все то же самое. Давайте попробуем. Дивизион 5. В общем, ползвезды у меня. Вот. Кого-то соперника нашли. Просто надо, блин, посмотреть, как вообще народ играет. Ну, я понял, здесь все финтят. Капец, задротская штука, конечно.
Ну, Реал-Реал. Забавно. Вообще классно. Давай, давай. Роналдо Булка. Как не забил. Ну ладно. Блять, ну что это? Beautiful work on the ball. Well, Real Madrid are in a class of their own quite often, but I think they've got something. Yeah, heroic, nice, good play. Yeah, you look at the opposition, and there are plenty of players there that can trouble Real. Towards Bale. Это фол. Это фол. Ну, побежали. Эй, я чё? Дальше не побежал, мог бы так очень опасно мяч отобрать. Лагает чё-то. Вот этот финт, это вообще самый коронный в онлайн-играх, я так полагаю. Пас вратарю здесь сделать вообще без шансов. Сейф. Блин, ну конечно, булки. О, такое лучше не делать. Мой. Надо поменять. Дани. Карвахаля. Now the shot! What a fine save!
чистый. Ха. Что-то подтормаживает. Ну что, такая-то левая ничья. Херня. Чё-то херовенькие пасы у меня. Блин, ну этот чувак еще большая булка. А если я его не могу обыграть, то это, конечно, вообще стыдно. Но, блин, тоже надо учесть, что я не сильно задрачивался в этих онлайнах. Ох ты, наказал. Ну хорошо. Забил одну корявенькую. Блин, вот этот финт они вообще все поголовно делают. Слишком классический этот финт, поэтому надо его просто научиться перехватывать. Надо было бить. Я какую-то фигню сделал. Да. Ну я и булка. Блин, ну они постоянно херачат туда, там вот. Как он промахнулся? Просто обалдеть. Он вовремя по самому Реал Мадрид. Ну да, Реал Мадрид против Реал Мадрида. Класс. Пошел Денис. Блять, ну и пас. Ну как так?
Ну ладно. Well, this is fascinating, and the crowd are loving the drama that we're watching here. Just the one goal in it in favor of the home team. Ultra defense. Start celebrating too quickly, and that the players feel they've won the game before they actually have. Fine save he's made there, and he's not let the ball. That's a dreadful error. Вот это наказал. Идеально мне накинул. Просто красиво. Вообще кайф. Вот это с этим парнем уже интересно играть. Хотя с тем тоже было интересно. Надо просто подзадрачиться. Да и этот-то мог, в общем-то, и ничейку, и обыгрывать, если бы реализовывал все. Да, забавно. Но это угловой будет, если не догонит. Догнал. Ну, Бензима проверил. Ах, хотел под левую Бейл. Вон, 2-0. Неплохо, весело. Какой из них мой Реал Мадрид, даже не спрашивайте. Просто не знаю. Ну, Бензима, да, заслужил. Так, сколько времени? Еще можно один матчик сыграть. Давайте попробуем. Да, все то же самое. Да, Реал Мадрид, расстановка. Блин, расстановку, конечно, можно, кстати, подредактировать. Потому что я не уверен, что это лучше. Надо настроить чутка. Пам. Давай, Бензима. А дабл тэп работает вообще? Двойное нажатие кнопки удара. Ладно, Сампдория. Чуваки, которые играют за вот такие клубы всякие трушовые, они, наверное, вообще самые крутые. Потому что они пипец задроты. По клубам там всяким. Ну да, этот уже такой. Тоже живчик. Блин, это так забавно, что все вот этот финт один и тот же делают постоянно. Нереально забавно. Вообще ничего не было. Ну, Родригес. Булочка. Бля, connection has been lost. Окей. Вообще непонятно, у кого сеть слетела. Надеюсь, не у меня. Я выиграл. Окей. Ерунда какая-то, давайте заново. Ну, по классике. Очередную попробуем.
Ладно, давайте. Ух, положил знатно. Попробую дабл-тэп сейчас. Не, подожди. Давай-ка ты нормально. Ладно. Барселона, Эль Классико. Блин, слишком медленно. На таком уровне надо быстрее соображать. О, это сейф защитника. Это мой штрафной должен быть. Классику говорят, вообще онлайн, это булка против меня, против булки. Как так играть можно, не понимаю. Вообще позор. Слишком тороплюсь. Хорош навес, просто кайф. Пас знатненький. Да, не особо. Не рискуем. Сильновато что-то. Месси здесь тоже 85, а не 90, наверное. Фига себе, классный удар. Бензима сражается на втором этаже. Хорош. Что за защита? Ну, снял. Блин, вообще никого здесь же нет. Ну, это аут. Отворот. Ну пошли. Ну, конечно, блин, так не очень прикольно играть. Никакой реалистичности. Они бегают все как угорелые, блин. Постоянно.
Так себе. Интерес. Но на реальных турнирах, я думаю, блин, на гораздо прикольнее. Когда вот человек против человека там херачит. Месси. Неплохо, разыграли неплохо. Рисует сразу, заметим. Бля, вот это я лажанул. Вот это я лажанул. Надо было сбивать такое. Но теперь мы знаем. Ну, блин, логично, логично. Дай Ковач тебе вместо Модрича. И Иско. Вместо Родригеса. Посмотрим. Ах, не смог присануть нормально. Блять, куда ж ты пас сделал? Ух, неплохой удар. Бейл. Тут, короче, никто мяч просто так не, ну, точнее, не отдает. Все любят даже у ворот поиграть. То есть на этом их можно ловить, по идее. Типа у ворот помудиться там, ребята любят и прочее. Ну ты булка, Роналдо. Ну ты булка. На ближнюю навешу. Как вот такое забивать? Вообще не знаю. Надо научиться. Ха. Это ошибка. Вот это ошибка. Бля, такой булки проиграл. Ну что, конечно, конец матча. Но это просто три ошибки к ряду. Ну это надо ультра-атаку заряжать. И прессинг. Right here.
is a cheap piece of play to give the ball away like that. Блин, я не могу поверить, что я вот этому чуваку проиграю. Он же вообще нулевой. Просто булочник. Давай, беги, блин. Да. Ну неужели? Надо еще один. Ну он просто выбросился и получил. Wonderful техник, как говорится. Блин, на самом деле надо было больше забивать. У меня моментов было вообще порядочно. Но не знаю, почему я не смог этого сделать. Вот это сейф. Подлагало что-то. Мяч потеряли. Пожар. Одну минуту добавим. Окей, ничейка. Забавно. Fair play. Кув. 7 очков. Division. 4-й дивизион промоушен. Когда будет 13? Окей. 6 игр осталось. Качество. Ладно. Всем спасибо.